Писец, да ты немножко туповат. Ну ничего, ты бот, поэтому тут уж ничего не поделаешь. Да, я так и знал. Господи, какая там страшная штука на заднем плане. Я не хочу с ней встречаться. Совершенно не хочу. Возможно, я чего-то не понимаю. А, все понял. Давай, писец, делай свое дело. Смотреть, поделиться, чтобы выжить. Я думаю, центральное место верования хинуитов принадлежит идее о том, что необходимо делиться, стараться накормить общину, накормить других. Вот почему мы охотимся. В старые времена ведь именно это было необходимо для выживания. Делиться — это очень важно, потому что выживает община вместе и сообща. Мы просто так даем. Именно так мы растем. И такими мы будем всегда. Мы такие, и потому мы всегда в первую очередь делаем, думаем о других людях. Если бы в старые времена наш народ не действовал сообща, мы не смогли бы выжить в этом суровом климате. Нет, 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 не надо, не надо. Я понял, я понял. Ну, если честно, вот этот вот уровень начинает уже немножечко поднаедать. Хочется чего-нибудь посвежее. Блин, а зачем я сюда зашел? Мне же надо, наверное, просто тупо выше было, да? Наверное. Фу ты, ну серьезно? Падай. Так, ну допустим, хорошо. Здесь идти некуда. Здесь. А, подожди-ка. Неочевидные решения на самом деле. У
Итак, как они под водой дышат? Окей. Девочка и писец вылетели. Наружу через дыхание кита. Их подбросило высоко-высоко в воздух. Как будто они падали прямо в небо. Девочку и песца выбросило на берег. Рядом с прибрежной деревней. Что это был за ледяной кит? Не, ну я все понимаю, медведь, там какие-то духи, там человек-сова, но черт побери, ледяной кит. Однажды он задумался, в чем причина такой погоды. Ладно, я думаю, на этом ледяном ките я на сегодня, пожалуй, закончу. Спасибо, Манминус, было приятно с тобой посидеть, поболтать, поточить немножечко. Вот. Ну а завтрачка, наверное, вернусь в Айон. Может быть, поиграю еще немножко в Neveralone. Потому что игрушка интригующая, скажем так, интригующая. Я не думаю, что она будет прям мега интересная. Это такая, как Ori, например. Ну, надеюсь, какой-нибудь все-таки интерес она мне доставит. Когда Next? А Next это что? А, это второй платформер, который я хотел выбрать. Ну, скорее всего, он будет после Neveralone. Хотя я даже не знаю, понимаешь, вот я после Neveralone планировал постримить первую Сайберию. Недавно я увидел ролики к третьей. И подумал, а почему бы не пройти первую и вторую? Это же очень прикольные квестики. Следующий. Слушай, честно, не знаю. Возможно, завтра. Возможно, завтра. Как бы... Следи... Да, за... Заходи на стрим, если он работает. Когда я в Айон играю, как бы просто спрашиваю. Возможно, я там на 2 часика пораньше закончу, поиграю в Neveralone. Либо я в группе ВКонтакте буду выкладывать периодически, когда я смогу играть и сколько я смогу играть. Ладно. У меня на сегодня все. Спасибо. Завтра мне вставать пораньше надо. Так что, покеда. Или жарко, и скачет пони на работу к 9. Троллейбус из троллейбусного парка, автобус из автобусного парка, готовые вас к воротам зоопарка, к воротам зоопарка привести, к воротам зоопарка привести. Из троллейбусный вас к воротам зоопарка, к воротам зоопарка привести, к воротам зоопарка привести. У пони длинная челка из нежного шелка.
Он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такими, как я, такими, как я, такими, как я. Туда, где водятся слоны и бегемоты, орангутанги и другие чудеса, летают раз в неделю самолеты. Потом плывут неделю пароходы. Потом идут неделю вездеходы. А пони довезет за полчаса. А пони довезет за полчаса. У пони длинная челка из нежного шелка. Он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такими, как я, такими, как я, такими, как я. Днем бы и ночью на пони катался, я дедушкой стал бы, а с ним не расстался, а с ним не расстался. Всегда прекрасен самолет над облаками, и корабли прекрасны все до одного. Но трудно самолет обнять руками, и трудно пароход обнять руками, а пони так легко обнять руками, и так чудесно нам обнять его. И так чудесно нам обнять его.